сожалению, произошло очень неприятное для образования событие в 78-м детском саду. В департамент образования обратились родители, которые пожаловались на то, что методы кормления детей, проведения воспитательных мероприятий выходят за границы педагогической этики. И воспитатель, который работает в группе с достаточно маленькими детками, принуждает их принимать пищу, даже когда дети этого не хотят. Департаментом была направлена соответствующая проверка в учебное учреждение. Сейчас по новому закону прием на работу сотрудников, их наказание, если мы говорим о педагогических работниках в учреждениях образования и в школах, и в детских садах, является функцией руководителя. Заведующей было принято решение о применении такой меры, как увольнение сотрудника, и воспитатель была уволена.